Всем привет, вы на канале Антон М. Приезжаю третий раз на помощь. Переставляли этот китайский стартер с одного на другого. Этот трактор делали у нас в моторе в Никольском. Что-то с рычагом пониженный, повышенный. Они его все дергали. И он ни хрена не включается. В общем, смотрите, сейчас должны возить сено, посмотрим, получится, не получится. То есть сейчас второй трактор, на него поставили насос. Мне такое ощущение, что на нем умирает топливный. Сейчас должны возить сено на нем, но этот а какое заднее расхерачили? С Гошей купили, ты поставил, да? Толпой поставил. Пальцами не болят? Так, ладно, сейчас попробуем. Ну вот, уже который день приезжаем. Этот поменяли, нашел я на Авито. 6,5 у нас в Твери. Подарочная цена на магнитон 2,7. Крутит он нормально. Насос пока нет возможности ремонтировать. Перекинули на тот, на этот трактор. А, произошло вот что, то есть мы стали ремонтировать его, и первое подозрение было, что у него повышенное, пониженное, этот, выскакивает рычаг, уже поставили на место, вот новый. То есть стартера не было, с толкача заводили, он не заводился, не включалось ни пониженное, ни повышенное. Полезли смотреть, и получилась вот такая вот фигня, уже все закрыли. Ну, тут он постоянно глохнет, такое ощущение, что на нем умирает насос. Игорь, а что, у нас второго пальца нету? А он там провалился. Отлично. В общем, ушатали трактор. Приезжали, восстанавливали. Весь кунг был открученный. Надо все там, с той стороны открутилась верхняя гайка. Сейчас надо ее закрутить. И поедем за сеном, привезем. Трактористов нету. Поможем достал уже, блядь, этот насос. 5 минут работает, глохнет. Уже все перетянул, переделал, блядь. Все равно глохнет. Последний рулон. Не могу, блядь, догрузить.
Сейчас попробуем.